Добрый день, это лаборатория Крылевского, меня зовут Артемий Байков. И в этом ролике я расскажу о тренажере, который я делал для летней школы программирования, которую мы проводили в библиотеке. Это небольшой онлайн-тренажер, который вы можете также, вот, собственно, пройти. Смотрите, что он вообще как бы представляет собой. Смотрите, как зайти train.0.krylevskylab.ru. Не забываем, да, что как бы, чтобы зайти на сайт, надо его не в поисковике вбивать, а в адресной строке. Ну, все-таки мы разработчики профессиональные, правильно? Мы в поисковик как бы лишний раз не суемся. train.0.krylevskylab.ru. Enter. Смотрите, вот открываем. Ну, можно даже HTTPS прописать. Давайте мы все-таки за безопасный интернет, да? Замочек появился. Смотрите, нам нужно найти ошибку, которая как бы есть в HTML-коде. Смотрите, несколько замечаний, да, сразу. Для атрибутов HTML тегов мы используем двойные кавычки. То есть, как бы, кто не знает, можно теоретически использовать одинарные кавычки. Но в данном случае, в этом тренажере, мы за правильное как бы, написание используем двойные кавычки. То есть, двойные слева, двойные справа. Дальше, смотрите, есть ошибка в коде, да, и нужно выбрать, какая из ошибок представлена. Вот этот, собственно, квадратик синенький означает то, что у нас проблема с тегом, то есть с каким-то тегом, не с атрибутом тега, а именно с самим тегом. То есть тег, допустим, не закрыт. В данном случае, видите, да, у нас тег не закрыт. Если мы нажимаем, у нас засчитывается галочка. Прекрасно. Вторая ошибка. Смотрите, вторая ошибка здесь, вот в атрибуте у нас здесь все нормально с тегом, а, да, и проблема у нас вот в атрибуте style, да, смотрите, есть вот второй тип ошибки, это ошибка в атрибуте, да, но это ошибка в атрибуте именно в том атрибуте, который не style, то есть если ошибка в атрибуте style, включая кавычка или неправильное написание CSS параметров, надо выбирать вариант со style, то есть в данном случае style надо выбрать и успеть до конца таймера. Вот уровень 1 и бонус времени. Соответственно, если вы быстро выполняете уровень, соответственно, у вас больше бонус становится. То есть, если вы медленно все это будете делать, бонус практически нет. 1%, соответственно, тут даже и 1 балла бонусного не набралось. Давайте дальше посмотрим. Смотрите, тут еще вариант, если пропустить уровень безопасно, да, то есть, как бы, дело в том, что если время проходит, там очки просто начинают съедаться. А далее, вот здесь это, собственно, часы. Таймер, то есть нажимаем и добавляется время 40 секунд и вообще время сбросится. Не спрашивайте, почему оно как бы время не добавляется, сбрасывается. Там были проблемы с библиотечкой, которая таймер реализовал для React, точнее для P-React. То есть это тренажер написан на P-React. А вот эта штучка, это позволяет подсветить ошибку. Подсветка очень приблизительная, то есть подсвечивает, ну, то есть не всегда она верная. То есть она может приблизительный регион указать, где есть ошибка. В данном случае, смотрите, указывается здесь, да, видите, подсветочка. Давайте подумаем, что это может быть такое. Почему он подсветился? Ну, так как видите, он перенос, да, он подсветил тега. Тега у нас не закрыт, поэтому надо видеть заново, да, таймер. У нас, кстати, еще жизнь есть. Если мы неправильно как бы укажем, да, то у нас сердечко снимется. Как только 5 сердечек снимаются все, то мы проигрываем. В данном случае у нас ошибка в атрибуте, нет никакой ошибки, да. Соответственно, ну, вроде как, да, давайте попробуем вот это нажмем. Видите, да, как бы, ну, в атрибуте ошибки нет, ему у нас сердечко сняло. Ошибка у нас в теге, видите, да, тега у нас не закрыт. Вот, и у нас тег div не закрыт, видите, да. Поэтому, видите, как бы у нас тег как бы up, а тег вот div подсветился, как бы, и тег a кусок подсветился. Ну, понятно, да, очень приблизительно подсвечивает. Тоже не спрашивайте, почему так получилось. Ну, как бы, как получилось. А, соответственно, мы должны выбрать второй. Вот. И давайте посмотрим, 14%. И у нас как бы бонус 7 баллов. И так там около вот, 15 уровней. Хорошо. А давайте вот последний момент, вот скип. И как мы не получим штрафа за то, что мы там по времени будем очень медленно соображать. Да? А давайте обновим страничку и попробуем полностью пройти, ну, набрать. Где-то, если вы хотите баллов 600-800 набираете, то означает то, что вы, в принципе, понимаете. Дело в том, что он, как бы, мы этот тренажер давали детям в нашей школе программирования. И проблем много возникает. То есть они могут, люди отдельно, как бы понимать, что тег должен закрываться, но как только код разрастается хотя бы до трех строчек, никакая подсветка синтаксиса даже не помогает. Вот. Кто бы что ни говорил, да, но если как бы нейроны, так сказать, в голове не научились определять, как бы, что правильно, что неправильно, никакая подсветка здесь не поможет. Ну, собственно, давайте обновим страничку, да, и попробуем заново
пройти и набрать максимальное количество очков. Поехали. Ошибка в стайле. Ошибка тега не закрыт. Следующий уровень. Так, атрибут, кавычки не поставлены в атрибуте. Тег не закрыт. Дальше будет, соответственно, сложнее. Больше строчек кода будет и больше вариантов ошибок. А, уже сложнее. Смотрите, появились доп. Ошибки. Это ошибка в, собственно, в селекторе. Это ошибка в атрибуте style. Есть ли здесь ошибка? Вроде все четко. Нет ошибки. Есть ошибка. Раз. Лесенка. Это если код криво отформатирован. И тег не закрыт. Здесь 53. Отлично. Значит, смотрите, точка запятой нету. Атрибут. А тег не закрыт. Соответственно, точка запятой. А, все, отлично. 20 очков бонусных получено. Пройдено еще 5. Продолжаем? Да, конечно, продолжаем. А точки запятой нету. А кавычек нету. Точка запятой стоит неправильно. Неправильно тег закрыт. И неправильно тег закрыт. 28 бонусных очков, неплохо. Бонус времени 40%. Угу. А, может где-то подглючивать таймер, но желательно дожидаться, пока датчики начислились. Ну, чтобы они начислились. Так, ага. Здесь нормально. А здесь нормальненько. Здесь лесенка. Неправильный параметр разделен со значением CSS. А, PZ неправильно, нет такой единицы. А тег не закрыт. Диф, видите, да, треугольной скобочки нет. Ничего сложного нету. Это если вы прям знаете, как все делается, что как теги закрываются, это CSS работает. В принципе, не, наверное, нет смысла проходить тренажер. Ну, хотя бы попробуйте, сколько очков наберете. Так. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ага, кавычек нету. Тег не закрыт, ну неправильно закрыт. Опять тег не закрыт. Еще. И еще я потерял, что-то где-то еще есть какая-то проблемка, я не заметил. А кавычки нет у собственно, атрибут style. Ну, атрибут style не закрыт. Так, хорошо. Здесь нормально все, не закрыт тег. Не закрыт тег. Так. Не закрыт тег. А, все, три ошибки всего. Хорошо. Еще, кстати, подсветка синтаксис есть. Вот можно подсказочку сделать. Видите, без подсветки. 10 уровень, кстати, типа повышенной сложности. Блин, 10 секунд, 30 секунд осталось. Так, раз. Так. Точка запятой стоит неправильная. А тег. PZ непонятный. Так. Вот это еще тег не закрыт. И непонятно что. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Видимо, еще PZ один. Ошибка. Уже будем подбирать. Где-то проблема с атрибутом была. Уже сложнее уровень. В принципе, 800 очков. Это как бы уже неплохой результат. Давайте еще 5 уровней. Осталось всего. 11 уровень. Тест 50 секунд. Вот так, чик, все четко, четко, атрибут кавычек нету. Так, все разделено. Нет кавычки у стайла. Стайл убираем. Так, так, все нормально. Нормально. Атрибут стайл. Три тега div не закрыты. Ну, два тега div, один тег main. Хорошо. Ага, по подсветку давайте проверим. Оп, подсветочка сразу появляется, и мы можем быстрее определить все. Ну, если, конечно, может быть, это вам поможет. А может, не поможет. Это атрибут, кавычек нету. PZ. Так, PZ это у нас стиль. Дальше, div кривой не закрыт. PZ опять.
Ага, так, тут все нормально, тут нормально, два тега диф не закрыто, и я где-то упустил какую-то ошибку, опять с атрибутом какая-то проблема. Вот видите, проблема, у нас очки будут отбираться. Не знаю, давайте подбирать будем. Все-таки еще встали какой-то пропустил, видимо, где-то ПЗ было еще что-то. А, так, давайте, здесь ошибок нету, здесь стайл. Нет проблемы. Здесь стайл нет проблемы. Div кривой. Здесь кавычки у стайла нету атрибута. Здесь у нас точка запятой лишняя. Проблемные и два тега. Div main. Проблемные. Ну, 1000 уже 1024 очка. У подсветка, к сожалению, по одна уже ошибка, собственно, раньше. Блин, 12 секунд очень так. Раз. Так. Раз, два, три, раз, два, три. И, наверное, так. Хрен узнает, лесенка, может. Все, видите, короче, уже не смог, собственно, понять, где ошибка, и набрал 1055 очков. В принципе, неплохой результат. Попробуйте вы пройти. Дойдете ли вообще до 15 уровня? Видите, сколько секунд мало, да? Было вообще непонятно, как этого физически можно успеть. Ну, но вы все равно попробуйте. И, кстати, как пройдете, напишите в комментариях, сколько очков вы набрали. Ну, надеюсь, это хоть как-то вам поможет научиться распознавать, где ошибка, где нет. Напоминаю еще раз, что как бы если вы еще не досвоили, это тренажер будет полезным. Ну, именно не досвоили HTML CSS, тренажер будет очень полезным. Понятное дело, что если вы уже умеете все спокойно ориентируетесь в HTML CSS, то вы можете просто ради забавы пройти. Как бы большого толка от него, наверное, не будет. Ну, то есть для тех, кто изучает, больше подходит. Ну все, собственно, с вами был Артемий. И, собственно, удачного прохождения. До скорых встреч. Пока.